Ты мне видеообзор, я от магазина купил сувенир, хочу вам показать такой вот брелок для ключей. Он сделан в морском стиле, сделан из латуни. Это такие вот миниатюрные песочные часы. Если вам видно, как там сыпется белый песок. Я посчитал, у меня получилось примерно 10 секунд, то есть можно засекать с помощью этого устройства. Там вот в такой вот капсуле из латуни находятся стеклянные две емкости, ну как обычно в песочных часах. Вот такая вот крепкая цепочка, тоже латунная. И карабин такой, который вот фиксируется вот такой вот еще закруткой. То есть, в принципе, да, такой вот достаточно надежное устройство для того, чтобы ваши ключи не потерять. Ну и можно засечь, наверное. Скорее всего, это, конечно, такой вот наворот эстетический, но можно попробовать отмерить время и понять, сколько здесь будет секунд. Но это вы сделаете уже самостоятельно, приобретя этот брелок пользования. Вот. В принципе, у нас есть определенный ассортимент брелков различных и других более крупных устройств, чтобы не потерять ключи, например, ключницы. Вот. Но это уже другая немножко история. Вот. Смотрите наши видео, выбирайте наши товары, заходите почаще в магазин «Купи сувенир». Спасибо.